Костя, всем привет, я Тимичева, короче. Такс. Ой, я кое-что, ребят, забыл сделать. Ну ладно, и сегодня, ребята, мы будем строить дом Гренни. Так, ребят, короче, я вроде Гренни открыл. Ну, первые, ребята, мы первую дверь мы поставили. Ну, вот тут все делаем. Сейчас, ребят, дверь открою. Такс. Во. Такс. Ну, смотрите тут. От этого раз, два идет. Ну, грязь. Ну, ребят, дальше вот так. Я так смотрю. Нет. Раз, два, три. Такс. Еще раз. Раз. Два, три. Так, вот так. Ну, мы сейчас в два продлили, а нам надо в три. Это вот так каждый. Такс. Значит, ребят, мы выходим. Раз, два. Раз, два, три. Такс. Еще на один. Во, вот так будет нормально. Жесть прям подходит. Трэш. Ну, смотрите у нас что дальше. Дальше у нас, конечно, это изичная комнатка. Но кроме этой комнатки еще кое-что поделаем. Она прям жесть какая изичная. Но можешь ролик закончить. Не знаю. Как получится. Такс. Обратно, вот это надо копировать и смотрите. Это. Сейчас. Так, раз, два, три. Ну, где-то, я думаю, вот тут, наверное, где-то. Не. Все, вроде вот тут. Вот тут будет лучше сделать. Вот это. Ну, ребята, каждый откладываем. Текс. Кстати, ребят, спасибо за оценочку. Очень крутая оценка, ребят. Особенно второго ролика. 9 лайков. Пипец. Пиздец. Пожалуйста, ребят, ставьте реально. Просто лайки под каждым роликом. И пишите комменты, ребят. Ну, конечно, лайки вы ставите, но, пожалуйста, ребят, пишите комменты мне. Потому что-то без комментов мне как-то скучно и грустно. Так, сейчас посмотрим, какой у нас тут потолок. А, не, все нормально. Все нормально. Все отлично, все прилично. У нас потолок вот такой. Да. Такс. Сейчас вот посмотрим, как все идет. Такс. Раз. Ну вот, где-то вот такой потолок. Неплохо, я думаю, ребят, неплохо. Потому что в Грейне так же. Похоже на потолок, который в Грейне у нас. Да тут все похоже. Дальше у нас, смотрите, что. Такс. Кстати, я тут ключик от секретной комнатки нашел. Ладно, он мне не нужен сейчас. Что мне сейчас нужно, ребят, это смотрите, что мне сейчас нужно. Это вешалку сделать. А где-то, по-моему, вот тут вешалка это. Где-то, по-моему, так. Да ведь? Я же не ошибаюсь. Не ошибаюсь, ребят. Она у нас не тут. Вот так. Не, я просто еще раз посмотрю. Ну где-то да, вот где-то вот так. Только комнату, наверное. Тут, ребят, неправильно. Наверное, чуть-чуть побольше комнату сделаю. Еще она у нас маленькая. Ладно, ребят, смотрите, как круче всего сделать. Ну тут не пырится, ребят. Просто вот так сделать. Так, мне кажется, круче всего. Я, ребят, если честно, не знаю, как вешалку мне сделать. Ну, вот тут что писал. Ну, ладно, ребят. Потом, ребят, подумаем и сделаем все. А тут, ребят, сундук у нас, короче. Только, ребята, надо, чтобы он открыл. Ребята, жесть, трэш. Что я придумал? Так, соберем сейчас сундук.
Дальше берем бочку, бочку. Нам нужна бочка. Где бочка? А вот она. Ой, ребят, трэш, что я придумал. Так, а где он там расположен? Хотя бы. О, как раз. Как раз неправильно. Ладно, как раз правильно. Так, сейчас, ребят, смотрите, мы что делаем. Делаем вот так. Не знаю, вы догадались или нет, что я хочу сделать. Так, это повыше у нас. Ну, ребят, надеюсь, вы догадались, что я хочу сделать. Только вот у меня проблемка, получится это или нет. Я хочу вот это закрыть. Походу, не получится у меня это. О, смотрите. Должно сейчас получиться. Ну, правда, не. Наверное, не получится так это у нас. Где-то вот. Да вылети, а. Вот тут, да? А надо повыше. Сейчас просто. Не. Ладно, так не получится. А, это вообще вот тут. А, персонаж, чтобы залететь. Не, не получится, ребят. Так что, ребят, смотрите. Один выход, ребят. Это у нас вот так сделать. Как загородить, ребята, что ли? Под сейф. Ну, вот так только. Ну, так, я думаю, нормально будет. Потом еще подумаем. Как можно круто загородить. А шкафчики, шкафчики. Во. Пожалуйста. Пожалуйста. Ладно. Думаю, может тоже бочки поставить. Так вот, бочки. Давайте вот так вот, в принципе. Ну, можно вот так даже бочки. Не, я думаю, вот так где-то. Тут можно, наверное, чуть-чуть это узить, потому что что-то вот... И у меня такое чувство. Ладно, не. Все нормально было. Ребят, тут все надо продумать. До мелочей. Тыкс. Ну, все, в принципе. Кстати, ребят, прятать мы не будем, потому что я сам потом спрячу, а то неинтересно. Я, ребят, построю дом такой, все спрячу, а потом. Ну, короче, ребятки, мы, короче, сейчас будем сбегать. Так ты все спрятал. Мы уже знаем, что где нам неинтересно. Мы лайки не ставим. Не, ребят, тут все продумано. Так, ребят, что я сейчас хочу сделать? Такие, ты что тебе нечего? Ты зачем туда лезешь? А, ребят, вот зачем. Смотрите, ребят. Нужен маяк. Не знаю, вы догадались, что я хочу сделать или нет. Потом нам нужен... Ну, панель. Панель. Жесть, ролик очень мало идет. Ну сейчас, ребят, маяк там вот это все сделаем. Вот эти у нас раз, два, и три сможет. О, как раз круто. Так, смотрите, что нам дальше надо делать. Какой у нас будет маяк? Забыл железо взять. Наверное, вместо железа прутья тупо висел. Да идите вы нахер. Так, получится или нет? Надеюсь. Да. Понятно. Сейчас, ребят, смотрите, мы что сделаем. Вот так сделаем. Походу надо полноценный маяк делать. Я не знаю даже тут как полноценный маяк под низом сделать. Как-то надо сделать полноценный маяк. Как его делать? Я без понятия, ребята, сейчас. Надо как-то сделать. Так, смотрите, ребят, как мы будем делать. Маяк. Больше вот так как-нибудь. Ребят, знаете, по приколу, чисто по приколу. Это не я придумал. Так, да что такое? Да что такое? Так, как так? Не знаю, ребят. Ничего не светит. Да не волнуйся, ребят. Не волнуйтесь. Сейчас все придумаем.
Подумаем на это. Ладно, придумаем. Так. А, вот так сойдет. Так, нет, что-то с маяками у нас не очень получается. Думаю, вот так тупо сделаем. Ребята, ну а что? Я не знаю даже, может, флагами как-то. Кстати, можно. Ну, синий флаг. Сейчас, ребят, посмотрим, какой круче. Так, у нас синие флаги. Это типа... Не, ну, конечно, делают так некоторые блогеры. Но мы, ребят, все круто делаем. Надо, чтобы чётенько. Такс. Вот, да что такое... Так, делаем сейчас вот так. Ну так, я думаю, хотя бы оригинально как-то, не знаю, получается. Пишите свои догадки в комментах. Ну, ребят, вы не пишите что-то, не знаю почему. Пишите, ребят. Может, до этого момента не досмотрите. Не знаю, ребят, не знаю. Я думаю, я картину, я такой спать лег такой. Твои картины. Окно, мне кажется, забыл. А потом раз посмотрел, а не все нормально, все отлично, все прилично. Ну, ребят, у нас тут еще одна комнатка получилась, кстати, так. Но это нам не надо, конечно. Давайте вот так сделаем. Фух, не надо. Так, вдруг, ну ничего не будет. Так. Это почему тут доски, интересно? Кто велено же не пущать? Кто пущит? А я вот так. На верхний ставится. Ладно. Давай вот так, короче, ребята, оставим сейчас. Все. Фух, ну мы построили вроде все, что надо, так сказать. Думаю, в следующем ролике что мы будем строить? Смотрите, что мы будем строить. В следующем ролике мы будем строить вот эту большую территорию. А под следующим вот это и подвал. Еще мы успеем очень много построить. Ладно, я думаю, я прощаюсь. Ладно, бросьте, всем пока, ребят. Всем пока. Всем пока.